Ну, я работу на 3 месяца потеряла, так-то. Мне это не особо нравится. Магазины, одежда, все это неудобно. Поездки стали дороже куда-либо. Короче, не нравится мне все это. Ничего такого особо не потеряли. Даже если что-то потеряли, ничего страшного. У нас импортозамещение все-таки есть. Да, безусловно. В первую очередь заметно очень большое повышение цен на продукты, недостаток продуктов. Ничего абсолютно не теряю. А что я могу потерять? У меня пенсия 10 тысяч, так что я живу очень скромно. Нет, абсолютно. Только приобретаю. Я рад, что так происходит, я думаю. А потому что у нас по-другому не получится. Ну, существенно нет. Как были продукты, так и покупаю продукты в магазине. Как была одежда, так и покупаю одежду. Только в ремонте машины потерял. Все остальное нормально. Я хотел поступить за границу, обучаться. Вот, и из-за того, что заблокировали связи международные, такая возможность пропала, к большому сожалению. Лично я ничего не теряю, потому что я считаю, что у России достаточно ресурсов для собственного существования. Так что я считаю, что все прекрасно. Я думаю, сейчас вот в данный момент просто страну посадили на попу в плане авиаперелетов. А самоизоляция, я думаю, она в дальнейшем, ну, в будущем будет. Сейчас, я думаю, пока так сильно заметно ничего не будет. Сейчас, на данный момент, пока не сильно я ощущаю тогда вот. Может быть, подальше туда, где-то через 3, 4, 6 месяцев, где-то будет более, как говорится, ощутимей. Но, конечно, приятного мало.